эволюционная идея стара почти как человечество. У первобытного человека было просто чувство родства с остальной природой. Но оно такое подсознательное. А в эпоху античности эволюционные идеи высказывались и в Индии древней, и в Древнем Китае, и в Древней Греции. Был такой в Риме поэт Луций Карр. Он написал поэму о природе вещей. И там он довольно откровенно говорил о борьбе за существование, о естественном отборе. Но это все были догадки. Они не были основаны на каких-либо серьезных исследованиях и не могли быть тогда основаны. Поэтому неудивительно, что в умах образованных даже людей третьего века и четвертого нашей эры эти эволюционные идеи казались ничуть не более, а даже менее обоснованными, чем библейский креационизм, который стал господствующей точкой зрения с принятием христианства в Римской империи. Так что очень условно можно говорить об этом древнем трансформизме или эволюционизме, как о предшественниках Дарвина. Но все-таки иллюстрация к тому, что идея была давно. В эпоху Возрождения и сразу после нее стали накапливаться большие материалы. Во-первых, эпоха географических открытий сама по себе. Знакомство с дальними странами. Оказалось, что животных и растений невероятно много на Земле. И хорошо приспособленных к разным условиям жизни. Кроме того, когда человек не выезжает из одной страны, он видит, что вот тополь, он и есть тополь, ежевика и есть ежевика, и он не видит, чтобы между видами были какие-то переходы. А когда стали собирать коллекции из разных мест, то обнаружили, что в ряде случаев виды бывают связаны переходными формами. В настоящее время, когда принята концепция более сложная, что такое вид, потому что такое вид, трудно дать определение, ибо виды не одинаковые. Одни виды от других очень хорошо отличаются, а другие отличаются намного хуже, а бывает так, что в дальних странах вот отличаются вот две формы, которые живут в отдаленных странах, они отличаются. Но если мы пойдем между, то обнаружим переходы. Вот эти факты уже дали толчок к мысли о том, как что виды могут видоизменяться. Было сделано много других важных открытий. В частности, установили с развитием микроскопии, что человек и другие существа, что они не существуют в готовом виде в яйцеклетках или сперматозоидах, а что все развивается. Пока не была развита микроскопия, существовала умозрительная такая теория преформизм. Будто бы в яйцеклетках или сперматозоидах находятся, в общем, готовые дети, они уже находятся. А у них тоже есть эти половые клетки, и там находятся следующие. И один церковный ученый даже подсчитал, что в яичниках Евы находилось 24 миллиарда людей, которым предстоит предстать перед страшным судом, что все они были уже в готовом виде. Только вот ругались между собой анималькулисты, которые говорили, что в сперматозоидах находятся эти будущие потомки, а иовисты, которые говорили, что в яйцеклетках.
Ну а когда микроскопия стала лучше, был такой Карл Вольф, работал в Петербурге, хоть выходец из Германии, и вот он установил, что все постепенно формируется. Вот сливается сперматозоид с яйцеклеткой, потом идет дробление, потом развиваются ткани, органы, то есть все формируется. Готового ничего нет. Накапливались различные другие данные. В частности, стало ясно с развитием геологии, что нельзя объяснить строение земных слоев как результат вот первоначального творения и одной единственной катастрофы потоп. Оказалось, что Земля имела очень длительную, очень сложную историю, было много на ней перемен, и что возраст Земли, поначалу геологи боялись отойти от библейской цифры в 6-7 тысяч лет, потом пришлось увеличить до 70 тысяч, а потом пришли к выводу, что много-много миллионов лет Земле. Ну и по мере накопления данных высказывались все чаще эволюционные идеи и приводилось все больше фактов в подтверждение. Можно назвать целый ряд предшественников Дарвина. Из наших соотечественников был такой Каверзнев Афанасий в XVIII веке. Особенно же прославились французы, такие как Бюфон и Ламарк. Ламарк выдвинул первую такую крупную, разработанную эволюционную теорию. Но те объяснения, которые он давал, почему происходят изменения, они не выдержали проверки фактами. Потом, после Ламарка, продолжалось накопление фактов. И, в конце концов, фактов из самых разных областей знания стало столько, что требовался только ум, который построил бы их в виде стройной теории. И такой ум обязательно бы явился. Если бы не родился Дарвин, то родился Уоллес, который выдвинул теорию происхождения видов путем естественного отбора одновременно с Дарвином. Если бы не родился и Уоллес, то родился бы кто-нибудь еще. И просто уже к этому времени фактов накопилось достаточно. Но для этого надо было все-таки обладать огромными знаниями, широким кругозором и быть хорошим таким исследователем. Дарвин родился в 1809 году. Ему повезло, он родился в богатой семье. Он получил неплохое образование. Учился он вначале на медицинском факультете, потом на богословском, потому что медицина у него не пошла, у него был страх перед кровью и операциями. И перешел он на богословский факультет. Окончил он формально богословский факультет, но в основном он все свои силы отдавал изучению естественных наук. Изучал сам и изучал вместе с другими. Там был кружок студентов, с естественного факультета, на котором он не учился, но он туда вот к ним приходил. И были хорошие руководители, хорошие профессора. И он уже в студенческие годы очень неплохо ознакомился с зоологией, ботаникой и геологией на том уровне. Дальше опять ему повезло, что один из его руководителей, ботаник Генсло, порекомендовал Дарвина капитану Фицрою, отправлявшемуся в кругосветное путешествие. Путешествие было долгим. Тогда не летали самолеты, плавали парусные корабли. Путешествие было научно-исследовательское, и там полагалась на этом корабле должность натуралиста. Но
человек, который собирался ехать в эту экспедицию, которого сам Фицрой желал, чтобы он поехал, тот отказался. Все-таки на 6 лет отрываться от родины, от семьи не захотел. А тут молодой Дарвин, молодой, полный сил и жажды знаний. И Генсло рекомендовал Дарвина капитану Фицрою, и тот согласился, поскольку другого кандидата не было. И Дарвин отправился в это кругосветное путешествие. Когда он туда отправлялся, у него не было желания собирать факты в подтверждение эволюции, поскольку сам он относился скептически к эволюционным идеям, невзирая на то, что его дед Эразм Дарвин был эволюционистом и тоже изложил свои эволюционные, очень наивные представления в красивой поэме. Но Дарвин не был сторонником ни своего деда, ни Ламарка, потому что он видел, что там много недочетов и проколов. И отправляясь в это путешествие, он был на 100% уверен в справедливости всего, что сказано в Ветхом Завете. Это уже, разъезжая по всем этим морям, океанам, ходя по странам, особенно долго он в Южной Америке останавливался, собирая коллекции, ведя записи, каждый день он вел записи скрупулезно, что он видел, где собрал и какие у него там мысли приходят. И очень постепенно у него вызревала вот эта вот эволюционная идея. Важным шагом стало то, что в Аргентине он наткнулся на берега Ла-Платы, там отложения, река размывает, и там множество костей всяких животных. Некоторые живут и теперь там, в Южной Америке, а некоторые давно вымерли. А в более нижних слоях только вымершие животные. А в еще более нижних такие, которые еще более сильно отличаются от современных. Там у него был ряд находок, которые он отослал в Англию. И крупный палеонтолог, креационист, в то время большинство ученых были креационисты, Ричард Оуэн описал целый ряд новых видов. Там были лошади. Лошадей в Америке в историческое время не было. А вот он нашел. Там были ленивцы, только гигантские, в том числе мегатерии размером со слона. Там было много другого. И Дарвин стал думать о том, почему они исчезли и как они появились. И вот интересно, что ленивцы распространены и сейчас в Америке, и тогда. Так что он, можно сказать, своими руками пощупал палеонтологические документы. Геологические у него наблюдения были великолепные. И обладал очень ясным умом, прекрасной памятью. И, главное, огромным интересом ко всему, что он видел. Вот. Не бегал там по мулаткам-метискам, не скучал, а все время был занят узнаванием все нового и нового. Галапагосские острова, которые в Тихом океане возле Южной Америки расположены на экваторе, это острова вулканического происхождения. И он обнаружил там галапагосских вьюрков. На каждом острове свои вьюрки. И иногда на острове несколько видов вьюрков. Они отличаются по формам клюва в зависимости от того, каким питаются кормом. Выражаясь современным языком, они все занимают каждый свою экологическую нишу. Но все эти вьюрки, они близки к одному из южноамериканских видов вьюрков. И Дарвина осенило, что когда-то какой-то южноамериканский вьюрок
близкий к вот тому, который и теперь живет в Южной Америке, попал на эти острова. На каждом острове приспосабливался к условиям этого острова. На одном и том же острове разные группы особей приспосабливались к питанию в разных местообитаниях. И в связи с этим происходил отбор особей, лучше приспособленных в каждом поколении, и так появилось разнообразие бьюрков. Вот тогда он пришел к идее о естественном отборе. И в Южной Америке, и в Австралии, где он тоже побывал, и на островах разных Тихого океана, он видел много случаев, когда завозные виды вытесняют местные виды. Так вот, по теории творения, ну почему? Очень часто завозные виды оказываются сильнее местных в их условиях, к которым те приспособлены. Если создавались виды вот специально, чтобы быть приспособленными к тем или иным условиям, и если их изначально Господь предназначил к природе Австралии, то почему завозные там кошки, собаки, пчелы, они сильнее местных? Непонятно. Дарвин предположил, что это происходит борьба за существование, и побеждают виды лучше приспособленные. А почему выходцы с большого континента оказываются часто лучше приспособлены, чем живущие на острове или на маленьком континенте? А потому что на большом континенте там больше конкурентов, врагов, болезней, паразитов, там разнообразнее условия, и там выковываются более мощные виды. И когда происходит потом такое столкновение, то вот она, борьба за существование. Он так пришел к этой идее. И когда он вернулся через 6 лет путешествия на землю своей родины, уже он вступал убежденным эволюционистом. И даже понял, почему, что может быть движущей силой. Но он не кинулся сразу публиковать эту свою идею. Он не хотел, чтобы получилось так, как с его предшественниками. Его предшественников, доказывавших эволюцию вообще без доказательств или на основе недостаточных доказательств, крепко обсмеяли. Так случилось с Ламарком. Так случилось с Жофруа Сент-Илером, соотечественником Ламарка, который выдвинул эволюционную теорию, называется она жофруизм. И их крупнейший зоолог и палеонтолог Жорж Кювье просто разгромил формально в научном диспуте. И Дарвину не хотелось, чтобы с ним поступили таким же образом. Он хотел чтобы уже были полные, мощные основания. И он читал самые разные работы самых разных ученых. На него произвело впечатление исследование эмбриолога Карла Максимовича Бера. Работал в Кёнигсберге, в Тарту и в Петербурге. И вот этот Бер установил закон зародышевого сходства, что зародыши разных организмов более сходны между собой, чем взрослые формы. И младшие зародыши более сходны между собой, чем старшие зародыши. И это можно объяснять по-разному, но в том числе и эволюционно, что были какие-то общие предки, а потом они менялись, и вот так у человека и вообще у млекопитающих есть закладка жаберных дуг, которые не превращаются в жабры, но закладка есть. У человека, не имеющего хвоста, есть закладка хорошего хвостика, который потом частично исчезает, частично превращается в копчиковую косточку маленькую.
Огромный фактаж Дарвин собрал, изучая родословные различных пород домашних животных и культурных растений. Он вступил в общество голубеводов, сам разводил голубей, скрещивал разные породы, ихние проводил отбор в линиях этих голубей. В конце концов оказывалось, что все домашние животные, вот множество есть пород собак, кошек, свиней, крупного и мелкого рогатого скота. Но получается, что эти породы выведены иногда путем гибридизации, но в большей мере путем отбора. И дикие овцы или дикие собачьи, типа шакалов или волков, они между собой не так сильно отличаются, как те, которые разводит человек. Почему? Потому что человек подбирает производителей, отсеивает животных с нежелательными признаками, оставляет с желательными. То есть селекцию проводит. И Дарвин дал такое понятие, как естественная селекция, natural selection, то есть естественный отбор. Там вместо человека отбирают природные условия, отбор разнонаправленный, делает свое дело природа медленно, не так, как человек, который за несколько столетий и иногда за десятилетия выводит новую породу, а гораздо медленнее, но тем не менее верно, потому что у Земли много лет. И так вот Дарвин созрел для мощной эволюционной теории. Но он все еще собирал факты. И тут, через 20 лет после его возвращения из путешествия на Бигле, получает он письмо от натуралиста Уоллеса из Индонезии, который пишет: «Вот я вам пишу, я не могу приехать, я тут работаю сейчас, собираю коллекции, мне пришла в голову интересная идея. Вот не могли бы вы эту статью дать в какой-нибудь журнал научный?» Дарвин читает эту статью, это же его мысли, к которым Уоллес пришел совершенно независимо от него. И что тут делать? Ну, с одной стороны, конечно, порядочно эту статью дать для публикации, а с другой стороны, ну, все-таки же, если в таком виде дать, там опять-таки нет таких крупных обоснований. Дарвин такое мог бы дать сразу же после своего путешествия. Но он этого не сделал, и вот он думал, что тут делать, с друзьями посоветовался, и они обе статьи одновременно подали для публикации. Но при этом привели свидетельство, что Дарвин над этой проблемой работает уже давно, у него готов материал на книгу. Уоллес признал приоритет Дарвина и даже предложил термин «дарвинизм». Вот. И через год, это в 1858 году опубликованы были статьи Дарвина и Уоллеса, а в 1859 году Дарвин ускоренно подготовил первое издание «Происхождение видов», где изложил основы своей этой эволюционной теории. То есть, с одной стороны, у Дарвина были предшественники, с другой у предшественников было меньше фактов, а Дарвин собрал уже достаточно фактов, открытых не только ими, даже большей частью не им, потому что великое обобщение требует усилий многих умов, и каждый следующий ученый, он стоит на плечах предшественников.